Разукрасить свою жизнь в самом прямом смысле этого слова. Мечта? Нет, реальность. Все это можно легко сделать на фестивале красок, который последние годы пользуется огромной популярностью у подростков и молодежи. В Видном это яркое шоу прошло уже во второй раз. На какое-то время центральный парк нашего города стал местом, где можно было столкнуться с целой армией фантастических персонажей. Взрослые наблюдали за происходящим со стороны, а самые юные, молодые с азартом бросились в разноцветную пучину. 3, 2, 1! Секрет успеха фестиваля красок, как ни странно, в простоте. Здесь не нужно наряжаться, достаточно прийти в обычной одежде и уже с помощью красок создать тот единственный и неповторимый образ. Фестивали красок пользуются популярностью, потому что это просто прийти на фестиваль, они у нас бесплатны, и вы приходите в большой компании, танцуете, развлекаетесь и видите всю эту бурю красок, бурю эмоций. Эмоции – ключевое слово, характеризующее это шоу. Безудержное веселье и атмосфера праздника передаются абсолютно всем. Кстати, краски совершенно безопасны и легко смоются, а вот незабываемые воспоминания и классные фотографии точно останутся надолго. Ощущения просто чумовые, все эпично, не ожидаешь, от кого краской прилетит просто. Я уже второй раз на этом фестивале, просто замечательно, все хорошо сделано, обустроено. Лето все-таки заканчивается, надо не как-то лето запомнить. Сегодня очень красочно, я этот фестиваль запомню надолго. Я надеюсь, мне удастся все легко это смыть, но даже если не смыть, это все равно классные воспоминания и веселые впечатления. Фестиваль красок – лишь одно из ярких событий, которое прошло в Центральном парке Видного. Сейчас здесь созданы все условия, чтобы весело и незабываемо проводить свободное время. Есть аттракционы, карусели на любой вкус. Регулярно проводятся интересные мастер-классы, праздники и фестивали. Это настоящий оазис развлечения для всех – и детей, и взрослых.